Вы испугали меня. Не то, да? Я шел и жизнь на город везет. Остался только грязный аспан. Смотрите, весь мир вас увидит. Thank you.
from Edinburgh. 1743. 1743. И хрен его, как ты не зови. Привет. Я не снимаю. Большой, большой, большой.
композицию исполняет эстрогенная Юлия! Песня о страхе и страхе!
стягнися! Машина, Лада, по-моему, Приора, это флешки, не знаю, на сколько гигабайт, мегабайт, я что, байт тебе не знаю, что это такое. Народ, в 90-е годы, когда волна брейк-данса, только брейк-данса захватывала страну под названием Россия, матушка, да? Кто помнит те времена, когда ходили металлисты и рэперы? Все делились сейчас, делились. Но кто ходил в Майки Морникс, было вообще непонятно. Кто это металлист или рэпер? Кто был металлистом? А кто носил Майки Морникс? Те же люди, да? А кто был рэпером? Россия! Вот недавно было отказ от курения. Кто не курит по телевизору? Поаплодируйте этим урнам! Вся полотня стоянка. Вот за поле. Рок над Волгой. Привет. Самара. Спасибо. Слушайте, да вы крутые чуваки! Лучшие! А любите ли вы в преддверии Дня России свою страну? Да! Слава России! Вот я, дорогие друзья, смотрю на моего любимого. А дело в свое время, в наше время, конечно, пиво было подешевле, чем сейчас, а другое несколько похуже, чем, да? И пивком мы просто раз на ладошку покупали, и пивку раз сделал вот так и пиво. Пиво. Пиво, да. Друзья, вот это пиво ставил ирокезы. Кто из вас пиво ирокезы ставил? О, пасы, моя школа. Но я вас умоляю, только не лейте сейчас на голову из бутылки пива и для того, чтобы сделать какую-то прическу. Не надо. Берегите друг друга. Любите друг друга. Там, кажется, это повтор. Вообще, я знаю, что именно панки привнесли в моду косухи, потертые джинсы, разрисовывали, нашивали нашивки с любимыми группами. Именно благодаря их движению. Ну, Олег, а вот расскажи про движение питерских панков. Это, знаете,
я не знаю, знаете, что такое сила воли? Сила воли – это когда ты 10 лет занимаешься карате, потом идешь по переулку темному, тебе дают, и ты снова идешь заниматься. Друзья, сейчас выйдут лучшие из лучших, легендарные, те, кого мы так ждали. Oh,
Thank you.
литр воды мы специально привезли. Бутылочка у нас есть. Чистая вода. Обязательно все заходите туда. И стоит недорого, всего лишь там 7 баксов. 7 баксов маленькая бутылочка финской воды. Вам надо это? Следующая песня называется «Престиж». Да-да. Thank you.
Oh,
не успел поднять самолет. Это непривычно было. Хорошо, он тоже. Вот он же орёт, она... Нет, вот туда я хотел сделать. Нет, медленно, как начинается тема, и понимаешь, что... Yeah.
книжку, когда еще появились, не было компьютеров, любили читать книги. Книжный червь, в принципе, можно назвать эту песню. Но с другой стороны, книга – это ведь реально другой мир, совершенно другой мир. Ведь ты так можешь.